Сысельские полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в особо крупном размере. По предварительным данным, подозреваемый предприниматель за незначительную сумму выкупил у одного из местных жителей право на заготовку древесины для хозяйственных нужд. Подозреваемый оформил от его имени необходимые документы и после получения соответствующих разрешений нанял рабочих для рубки деревьев. Лесоматериалы мужчина распорядился по своему усмотрению. В результате незаконной деятельности вырублено 129 сосен и 50 елей. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил свыше 1 миллиона рублей. По той же схеме он воспользовался правом на заготовку древесины еще одного местного жителя и вырубил 46 сосен и 48 елей. За махинацию с деловым лесом предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей.